сатисфакция меньше. Итак, мы оказались в интересном американском магазине, где продается уже, видимо, бывшее употребление оружия, да? Ломбард типа. Ломбард типа. И тут можно купить. Можно купить разные пистолеты. Вот тут $500 есть, 400, 300 вон наган есть. Вот такой вот хромированный $500. Есть современное автоматическое оружие. 395, смотрите, он какой красавчик лежит. Это все настоящее боевое оружие. Никакая фигня. Вон Людер лежит. Он Спрингфилд, да, или что-то? Глок. Глок лежит, да, отлично. А вот какой выбор. Идите, пожалуйста, М16. И вон шотганы. И вон с оптикой какая-то серьезная техника. В другом магазине даже был Калашников, этот соседний магазин, пойдем посмотрим. Это там 16-й, а это какая-то экзотика старая, тоже все рабочее, все настоящие пулеметы. Опять же, можно купить разную тему.